Акция «Видеть крепость» прошла в последний июльский день на Кобринском укреплении цитадели. Такие своеобразные субботники уже давно приобрели статус традиционных и проходят ежемесячно. В этот раз вместе с представителями фонда развития Брестской крепости к уборке присоединились активисты БРСМ и инициативная молодежь города. Одна из задач фонда – это привлекать внимание общественности к актуальным проблемам крепости. И таким образом в апреле 2014 года была инициирована акция, которая превратилась в комплекс мероприятий под названием «Видеть крепость». Совместно с БРСМ мы проводим ежемесячные акции по уборке территории. Акции по благоустройству прилегающей крепости территории стартовали в апреле этого года. Мероприятия помогают неравнодушным к судьбе города жителям присоединиться к благородному делу и сделать областной центр чище и краше. Важно делать уборки не только здесь, не только Брестская крепость, но и вообще в городе Бресте, в парках культуры, в общественных местах. Ну, потому что это наш город, мы должны гордиться чистотой нашего города. Для этого создаются такие проекты, как помогать убирать нашим дворникам, работающим, которые делают это. Однако проект интересен не только своей благотворительной составляющей. Инициатива затрагивает и экологическую, и образовательную сферы. Участники проекта «Брест-2019» регулярно совершают экскурсии по историческим местам Бреста и с каждым разом узнают все больше и больше о родном городе.